Подарок, который принимали с удовольствием, теперь пропадает под открытым небом. Уникальный арт-объект «Время Крыма» был установлен в центре крымской столицы 4 ноября в День народного единства. Кованная из металла 15-тонная карта России, сделанная в виде солнечных часов. Над ее созданием трудилось более 300 кузнецов из разных уголков страны. На карте изображены достопримечательности каждого из регионов России. Сегодня карта выглядит не самым лучшим образом. Большая часть покрыта ржавчиной, некоторые регионы стали коричневыми. Немного поржавели территория Крымского полуострова и Крымский мост. Хотя по сравнению с остальной частью карты они пострадали не так сильно. Однако Крым лишился части территории, на карте не осталось Арабатской стрелки. Сейчас власти пообещали взяться за уникальный объект и привести его в надлежащее состояние, как только потеплеет. Будем чистить. Обязательно чистить и вскрывать специальными какими-то средствами, которые будут защищать от ржавчины. По погодным условиям мы не могли проводить эти мероприятия. Вот сейчас будет сухо, тепло, и сразу начинаем ее приводить в соответствие.